Приветствую зрителей канала Russian Let's Play, с вами Анидзука, и сегодня у нас вторая серия прохождения легендарной мультивселенной за Бэтмена. В общем, смотрите, выполнил я все условия для открытия второй башни, вот, и сейчас вместе с вами будем ее проходить. Обязательно, ребятки, поддержите лайкосом, если вам нравятся такие видосы, хотите видеть полное потом прохождение всей мультивселенной за Бэтмена, и... Ну, как бы открытие, скажем так, его легендарной обилки. Вот. Ну и сегодня вторая башня. Давайте возьмем вот такого вот. Так, где он там у нас? Вот такого Бэтса. Интересный костюм такой, мне нравится. И попробуем проскочить. Прошлая мультивселенная была довольно простой, но не столько просто проходить, сколько вот сложно именно открывать эти башни. Вот эти вот, блин, потому что такие жесткие условия идут. Вот наконец-таки я выбил все условия для вот этой открытия второй башни. Останется потом выбить условия для босса и последней башни. В общем, если вы поддержите лайками, то я постараюсь это сделать. О, какая кошка, ребят. Какая интересная кошка. Расцветочка какая-то у нее интересная, шейдер такой, да? Так, тут у нас непростая башня, тут с ракетами, да? Модификаторы ракеты идут. Здесь они нам не сильно испортят игру. И мы попробуем за Бэтмена. Хотя как вам костюм Бэтмена, пишите в комментариях. Ух ты, блин. Да, что-то чувствуется, это уже башня немножко посложнее, чем предыдущие. Тут и противников побольше. Ну, постараюсь как можно быстрее ее. Ох! Проскочить. Ну что ты? А? Есть, кошку сделал. Хорошо, так я еще ракет сверху добила. Уже она без сознания была, когда в нее ракет попала. Так. Супермен что-то дали. Но нам это не важно. Кстати, ребят, вы, может, не в курсе, нам облегчили немного вот прохождение от вскрытия мультивселенных там некоторых. Но вот этой башни это не касается. То есть она как была сложно открыть, так и, вот, ну, так и осталась. Но дальше будет чуть попроще. Теперь... Ну, я потом вам, наверное, расскажу. Ладно, в конце видео расскажу вам, что попроще стало. Если вы еще не в курсе. Короче, Бэтмен решил Брейнинга посадить в фантомную зону. Отправить, точнее. В заключение. Так, я гляжу, тут разные модификаторы идут. Надеюсь, не будет какого-нибудь... дерьма типа перевернутого экрана. Терпеть не могу играть с перевернутым экраном. О, где молнии? Типа. Бэтси, давай. Надо постоянно двигаться, чтобы в тебя молния не шарахнула, да? О, черт. Оу. Броняк, не жести. Тут даже нам немножко молния подсобила, да? Твоя история закончится здесь. У меня в запасе несколько глав еще осталось, да? Ну, пора бы уже броняк сдаваться. Отлично, готов. Batman wins.
Так, я что, даже выиграл матч, не используя блок? Да ладно. Офигеть. А я вообще знаю, как блок ставить? Шучу. Конечно, я знаю. А вы-то знаете, как в Джастисе блок ставить? Так, электрические кастеты. Это типа как там будет сейчас во время комбы срабатывать они будут, да, наверное, эти кастеты? Противник будет зависать. Сейчас посмотрим. Why should I trust you? I was gonna ask the same thing. I need you to take this seriously. Begin. Серьезно, да? Ты хочешь по-серьезному? Вот тебе по-серьезному. Ах, немножко я сплоховал. Кстати, я забыл про одну интересную тему. Мне же нужно к следующему боссу, я готовлюсь, и там нужно сколько парирования же сделать, да? Это же в следующей башне будет парирование. Определенное количество парирования сделать именно добивающим ударом. Да что ты, я промахиваюсь-то все. Оу! Воу-воу-воу-воу-воу-воу, ноу-ноу-ноу-ноу-ноу. Какой словарный запас. Вы, наверное, просто поражены, да, ребят? Так. Блин, можно еще X-Ray ему залупить, но нет. Надо парирование, парирование сделать ему надо. Так, он не... Тихо. Да, да ладно. Ах ты, какой гаденыш-то стрела. Так, вот прямо вот... На тебе, блин. Прям так слышно, руки, да, эти искрят у него. Круто. Идем дальше. Поднимаемся по лестнице. Черная канарейка. Ой. Медленный старт. Это сейчас что-то слоумо какое-то будет. Я терпеть не могу слоумо. Слоумо и ускорение это одни из нелюбимейших моих модификаторов. Наравне с перевернутым экраном. What's wrong, Dinah? Feeling confrontational. That's a first. Begin. Еще все медленно двигаются, да, как бы. Но медленный старт, по идее, мы должны потом постепенно ускоряться, да? По идее. А, жалко. Из-за этого ты как бы не можешь нормальный тайминг как бы подгадать, как ударить. Видите, как бы, ну... надо было еще звук сделать такой, да, растянутый. Где-детонатор. Still worried if I'm ready. Not as much. Ты еще не готова, канарейка. Оу-воу-воу-воу! Кто взорвал? Как ты посмела? А видите, скорость меняется прям, ну. От слишком медленной до слишком быстрой. Так, стоп. Отлично! Парирование выполнено на ура! Следующий. Последний, да, у нас противник гепарда
И тут у нас полный армор, да? Это сейчас, то есть, вообще комбо не будет работать, по сути. Ну, то есть, она будет работать, но противник не будет на нее реагировать. Тоже странная тема, конечно. А здесь армор не только у нее будет, но и у меня. Как ты свободился? Ты не шутишь, когда я имею твою язык. Это первое. Да, армор у всех как бы есть, тут просто кто быстрее лупит, тот и выигрывает, да, скажем так. Даже метр, кстати, не докапливается. Жесть. Он какие-то удары найти, которые, ну, больше урона наносят. А, кстати, если я сделаю парирование, оно вообще как-то... Да, парирование работает, это круто. Вот это круто. Получается, парирование — это единственный удар, который ее отбрасывает, да? Да, то есть как бы он ее отбрасывает, а остальные удары нет. И захват здесь, по-моему, тоже не работает. Так, ну давай. Добьем тебя! Отлично! No problem! Жух! Так, и полетели эти, как там называются. Я забыл, как они называются, ну вы поняли. Не батаранги, а... Ну, модные школьники крутят. Как там они? Спиннеры полетели. Так, ну что, давайте посмотрим. Это понятно, награда 4 алмазные. Вот, следующий у нас предстоит босс. И вот смотрите, нам нужно сделать, нам нужно пожертвовать 250. Помните, в прошлый раз я говорил, эпичного шмота? Теперь упростили, можно жертвовать и редкий шмот, что очень сильно упрощает тему. То есть мы гораздо быстрее теперь сможем, ну, вот, набивать эту тему. Кстати, я могу даже сейчас, наверное, нажать, и возможно у меня за Бэтмена что-то будет из... Вот, смотрите, после вскрытия кейсов у нас прям набралось куча раритетного шмота. Мы такие сейчас раз его и жертвуем, да? 14 сразу кусков. Вот, видите, уже 96 из 250. То есть это быстрее наберется. Теперь, значит, надо еще 300 мультивселенных закрыть за Бэтмен. 156 я закрыл. Это долго, конечно, мультивселенные проходить разные. Очень долго, вот... И еще два парирования сделать, то есть, ну, я не знаю сколько, может неделя, может две, у меня это, наверное, потихоньку идет, потому что я прям не сильно спешу. Опять-таки, чем больше вы лайкосами поддержите, чем я буду стараться больше это делать, проходить. И осталось, смотрите, то есть, мы в следующем видео, когда это все это откроем, мы пройдем сразу и босса, и последний этаж, последнюю башню, то есть, она автоматически откроется, потому что я тут все условия уже выполнил. То есть, осталось все, одно видео, по сути, осталось записать, пройти. Так что, ребят, не жалейте лайкосики, чтобы я прям вот спешил это дело для вас записать. Самое главное, нафармить и открыть. Вот, такие дела. Ну что ж, а на этом у меня все, ребят. С вами был Анидзука. Спасибо за просмотр и до новых встреч.